Друзья, всем привет и приятного аппетита. Ну, как вы можете догадаться, Тейчес не всегда доступен. Довольно часто герой оказывается в бане. Но даже против чемпионов The International мне есть что ответить. Так что сегодня день, когда забанили Минюра. Приятного просмотра. Тайда и бабка или Туск. Армора будет мало, но Баклер на Дизраптор точно не хочу брать. Урнат тоже не просится. Смысла нету. Война есть уравнение. Па-па. Погнали так. Ты в порядке? Дело в шляпе, мой друг. А, так это снова против мира играем. Инспирит мира против меня. Ну, без Тейчеса против чемпиона это, конечно, посложнее будет тут по факту. Так, ага, он тоже этот длинный, еще 3 секунды, а еще послушаем и поедем в next, а то человек ждет. На гайде на Минюре остановились? А, точно в перерыве делали, да-да-да, было дело, ну посмотрим еще, может дойдем до него. Поглядим попозже. Комната ожидания тиммейта. Ну, на бабуле это сигнейчер, так сказать, мира. Должно быть потненько. Не ждет, кстати. Ты в порядке? Поджимает только так. Ты в порядке? Так, едем next. Фраза, конечно, этот. Фразочки у Пакчамп нормальные такие. Мне кажется, у них бандл в этот раз очень хорошо разойдется. По сравнению с остальными коллективами. Идем каточку, никуда не торопимся. Приятный трек, спасибо. Дождались. Посмотрим, как он будет с моим вардом справляться хитреньким. Сразу идет или нет, интересно. Я вроде с нулевой сюда бежал. Здесь не должно быть их вижена. Ой, а что это такое ты сделал? Он все уже расставил. У него файрик есть. Я быстро. Ярость закипает. Не забанено точно. Но чтобы это взять, мне надо сперва... Ведь баунти. Где-то обсервер встал, где-то блок компа. Я бы даже сбегал навстречу курочке, чтобы успеть разбанить, потому что он 100% забанил кем. Наша дружба крепче коснее. К цели!
Поехали. Минус армора не жесткий на линии, конечно. Ну, Урса Агильная должна нормально это впитывать, более-менее. Центрю донес себе? Нет. Уже иду. Что мне с этим делать? Теперь я должен срочно его съесть, иначе по хп дисбаланс получается. Пехо надо было поставить. Ошибка. Могли убить. Он еще и без печеньки был на бабке. Ай-яй-яй. Не хватило мне опыта в ситуациях таких. Ничего, запомнили, учли. Уже иду. Быстрее. Сокровенные знания. Аккуратненько выпуливаем. Фласка есть. Пока тангуси обойдемся. Ах. У него еще и прыжок был. Стакнется, да? Да, хорошо. Где-то здесь вард стоит. Может здесь? Он убил в соло на Русе, красавчик. Пока на бабке со мной развлекался. Слушайте, ну нормально. Мы линию контролируем, мы тут стакнуть смогли. Self. Or battle mid lane, better mid lane. Ах! Все-таки дотыркал меня. Фласка есть. Пронесу. Ну, зря зафорсили или нет, интересно. Рест-то мы выбили, конечно, но... Это сюда я эти глимпсы буду ворчать, скорее всего. Хотя, вообще, Thunder в 2 смотрится неплохо. Я могу еще выбрать, правильно? Пока стоим, хорошо. У нас фраг на коре. У них на сапике. Он по дрону пошел или куда? Я вот его вард так и не нашел. Он, походу, реально без варда сюда вышел, что ли? Он ставком он должен жить. Не живет. Окей. А как так-то, мужик? Я тебя буквально на секунду оставил. Идет атмосферный фронт. Мой
Чтобы не загангал его на этом, на снайпке хотя бы. Уже иду. Он на базу может полетел, кстати. Сейчас посмотрим. Но Норти всех видит. Крипов там туда-сюда. Соло! Найс, найс, найс. Это было солидно. На Тайде 4 стика есть. Аккуратно. Переиграли чемпиона инта, получается? Получается так. Юми саман, окей, МЗИ. Давай, давай. Хильси, живи. Gotta feel my battle. Ах. Тасктоп. Не успел чуть-чуть. Умар поставил на бабки, если не ошибаюсь. На бабки? Как его зовут? На Snapfire. Ну фраг забрал Урса? Урса, все отлично. Забрал и умер. Пойдет. Выход в БФ у него. Интересно, почему. Батл, батл. Да, что-то это самое. Может, он нехило, конечно. Опа, что нашел? А это вообще куда? Пытает again. Читаем вардик. Вардик снимаем. Что-то пока его переигрываю на линии, кстати. На удивление. Для меня самого. Сюда, если выйдет, он меня видел. Нет, не видел. Просто прячется. Ну, у него не должно быть столько вардов, на самом деле. Пол-пол. Или видел? Нет. Быстрее. Да, ко-ко-ко, таска. Снэп мид. Ай-яй-яй. Без шанса для него. Ух ты! А я люблю музыку. Тут я ошибся, конечно. Удачи. Чуть не ждать не будем. Спасибо за контент. Ничего их тратить просто так. Тайд боится выйти, на Урсе качается. В целом, все хорошо. Я бы даст взял, да? Тапок пока откладывается, ребят, на неопределенный срок. Не, ну еще песня начнется, а не вот это вот. Да, все нормально. Go, 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 I have ult, go. Еще? Норевич, норевич. Убили, я хороший вард поставил. То есть я умер, но такой вард обычно не фиксируют. Потому что это очень такой... нестандарт. Ну то есть как, не то что нестандарт, ты просто не успеваешь засечь. У меня есть ульт. Сурсо любого можем убить. Я бы есть чекнул. Mm-hmm.
I have static. Can kill. Go. Okay, I'm running to you. Дальше. А нас. Чем рискуем? Окей. Watch out, mean. Stop, I mean. I have TP. Проверим на всякий случай. Смог не нажал на меня, эх. Топ. Нормально. Будем считать, разменялись. Ну, Руссия, конечно, жадно там остался. I got mechanics in 500 HP. В это хочу. Super fine. It's a space a bit towards. Негатив, здравствуй, спасибо за 150 большое. Спасибо за трек. Тебе приятного просмотра. Большое спасибо за музыку. I don't have TP, I canceled. Он на инвокере через 30 секунд рейсницы пролетит мид, скорее всего. Если я его глимсану, будет круто. Правильно, правильно. Что, мне кларики летят в курице? Я хочу арканы. Смоки? Да, смоки везу. Мне нужно кларики парочку загадать обязательно. И даст, вероятно. Ну, не из центра, но я их потрачу просто. Your top tower is under attack. Окей, окей, окей. Найс баг. Хорошо вышел, очень много ротаций на самом деле. А где он на инвокере? Инвокер maybe TP top, careful. Инвокер где на TP middle? А, он пешком пошел. Штрам тайки. Illusions. Опа, а что нашел? Сюда вардик. Приятненько, приятненько однозначно. Не, я тебе повардить не дам, мужик. Настраивайся на активный съем. Come to shell, come to shell. Да. Your middle tower is under attack. Look top. Mechanics in courier. Yes, yes, yes. I can help. Mechanics in courier. I have smoke. We can try to go over there. But storm almost orchid. Let's just finish orchid. Go on them, I'm with you. Go for more. Сюда подошел. Отсюда не отошел. Красиво, красиво. Найс. Новый вижен? Нет, тишина. Блин, а вот с этим нельзя поиграть? Не догоню, наверное, да? Но я стараюсь. Еще странно его, почему он тут делал? Выходим.
Ух ты! А я люблю музыку на стриме. А, теперь музыка на бит. Блимским, back, if he gets out. Не туда в мид. Рабыч. Давай, грузил. Running to you. Там без механиз. Не, многовато здесь. Down, down. Diego. Mortal, спасибо за 150 еще. Действительно, вот эта битва. Я, блин, буквально сегодня говорил Сашке, го, посмотрим Властелин колец. Она говорит, нет. И так с тобой три раза уже посмотрела. Хотя не хотела ни разу. Больше не буду. Такие дела. Спасибо за компенсацию. Лук, 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 аркейн, рун, ботом. А как статик он тает, if you wanna go? На фарм бот. Это что такое? I'm not sure about this guy. Push this wave and coming to you. You solo, you solo, you solo, back. Тишина. Урса Battle Fury. Пошел фарм. Глиммер? Думаю, да. Мой путь лежит из Нагори Труда. Power up soon. Быстрее ветра. Топ. Стригер в пути. Го-го-го, мы с тобой, мы с тобой, го. Тускар, тускар, тускар. Стерла меня быстренько, конечно. Ой, как хорошо. Забайдилась на меня, отъехала в таверну. Прекрасно, прекрасно, я считаю. Властелин колец одобряем однозначно. Это мой любимый фильм. Могу сказать уверенно. Так, топ-вышка упала. Но я бы хотел все прочекать все равно. Поехали. Сюда. У меня есть грифсы. Where's them? Быстрее. Ой, сори, 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 сори. Подстрахуйте, хочу чекнуть. Давай, могу сюржик дать. Уходи, уходи, уходи. Back, we don't fight, I don't have ulti. Careful, maybe smoke on Ursa. Care, care, care. No heroes on map, be careful, boys. Bam. Как они так? Не, we can try. Давай строй их пятеро. Let's stay here, wait for us. Bot, we burst. Давай, под такую музыку, зарубу сейчас. Courier here, somebody here. Maybe they're really Russian, no? Yeah, they actually can rush, guys. They're Russian. Yes, yes, yes. Черт. На тусике здесь, но я не убью его один. Меня поджимают с одной стороны Урса, с другой стороны снэпка. Ветра на снэпке. Че, берем вот это? Стригер в пути. Таск ты, пибот. Он один, но его еще не с кем убивать.
Бы шторм не тратил тревела, можно было бы. Fight maybe. Уже иду. Разрази тебя гром! Быстрее ветра. С тобой покончено. Стоим, чуть покачаемся, пока ничего не происходит. Так, оба, ты всегда вдавить успею. Вот беги, Биорса. Чё? Don't fight, don't fight, don't fight. Don't force fight. Да ты шо? Сейчас на меня могут выехать, кстати. Maybe ward and they can jump us. Полетели в бот, хватит. Цел бот. Киноптик. Вамбрейс. Гайс, нютралс? Его приняли там, где я только что был. Копает топ, копает топ. Storm. I have no TP, I can't be there. It's fine, yes, kill them. Пашку убили, все умирают, остальные. Not sure that you need to fight, bro. Get back, get back. Guys, we were all planning to go bottom. Don't force fight top. Why you TP top on Darcy? We were waiting BKB. Why are you talking to me? Быстрее ветра! Меня мчит попутный ветер! Running to you. Your top tower is under attack! Looker here. Go fight, Naravich, go fight. Yeah, we have black bar. Your top tower is under attack! Come on, Ursa, come on. Dire locked down their structures! Let's go. I give you Sushin train. И где все? Go fight bottom, yes, yes. Oh, look, look, look. Это Сушину на рапторе. Okay, stuck together, boys. Мой путь лежит из-за горы труда. Ну почему уж всегда на разных местах-то каких-то мы деремся? Can we smoke all together already? Да, нужно. Быстрее ветра. Можешь подойти на Урсе, плиз? Come on, Урс. Просто он. Haste on tight. I can static tight. Can we burst tight, if I static? Тебе не надо burst, у меня нет проекции. You can't burst him, you have Ursa, guys. Ignore him, ignore him, ignore him. Этот вытянул его из клетки, этот закинул себя в клетку. Интересно получилось. Расставляем вардики. Может, работаем. Пойти? Блинка нет пока урса. Го-го, за команду беги. Метра, кстати, жесткая тема. Он почти вышел. Kill snap top. Она все варды здесь сняла. Все варды упали. Вообще каждый. Kill PA, no TP on PA, no TP on PA. Running on search. Go, 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 go. Пойдет и сюда. Это сюда. Там нет героев, чтобы тебя заберс. А, я же эту штуку не снял в тот раз. Времени не было. Пеймит. Кобот Тауэр. Не добивай вышку, не добивай. Там крипы снизу. Смок. Смок бот. Вот, вам ранен.
Кривой вард. Плохой вард. Снимут. Ну, может, поведет, не снимет. Посмотрим. Бики-бипи. 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 Go force, go force, go force. Ой, как же он на земле хорошо раскастовался. Здесь стенка, что это? Фух. Найс. Well played, team. Good job. Хорошо. Фух. Статиком успел закрыть, хоть и краешек Тайтана, но успел. И он так и не разроважился. Офигеть, как мы их вынесли сейчас на самом деле. Пипец просто. Ну что, ну я сниму сорсой с ВФ, так нормально едем пока. Скорее всего, нормально и будет. Ну-ка чекнем. Тишина. Кажется, здесь я должен убить вард. Здесь такой сентряк кривой, конечно. Ну-ка вот так вот поставим тогда. Габак. Не, тишина. Появился глиммер. Мне сейчас будет смог нажимать, у них все скиллы есть. Поехали, выгоним. Не хочу я линзу собирать. Ревыч нажимали? Нет. Да, у нас, кстати, хорошая комбинация. Ревел смог. Молодец, держи этот. Тайминги пишет. Они в тройке, скорее всего. Нужен герой с байбеком, чтобы умер, наверное, смог. Таким хитрошен, не видно. Файт, урон. А, тайты заберсить. ДД, ДД, ДД. Ей, ДД. Можешь вард чекнуть? Бьют, наверное. No black info, no maybe. Go fight, no black info on PA, we fight. Фигово. Да. Лежит из нагорей труда. Могут меня прыгнуть. Go fight, go fight, go fight, go fight. Мой путь лежит yes. Из нагорей труда. Статика нет, так что драп лежит. Оу. Anyway, go. Нет, она тэпнулась, бот. Го бот, го бот. Не сижен, то нету, нет? Бей на тип. Наш клиент. Выйти, наверное. Бэк, бэк. Хух. Ну, выбили АЕС ценой этого. Как его зовут у нас? Земели. Это хороший файт получился. Хороший форс. Сняли здесь. Вард ли он упал, интересно? Видно, на карте мало однозначно. Они бегут топ. Такой бэк-бэк. Не, МКБ еще нет, не делитесь. Надо в боте быть. Не уверен, что хочу здесь вардить.
моим МКБ можем подраться в топе. Проверил на всякий случай еще тут на Vision. Че по нейтралкам. А я не заняту, go forcing вот. Зачем мы вообще в топе хотим драться? Слайвер. I can set up on top. Yeah. Go. Wait. И нажал БКБ на Урсе сразу. Найс, свернул. Смог. Ах. Глимс КД. Фух. It's fine, they use ravage. Как же я хорошо отыгрывать на дизрапторе стал. Вы посмотрите, я фантомку не отпускаю. Который раз уже. Который раз она должна уходить. Там просто ловим на глимсе. Очень четко. Блин, я не знаю, я, если честно, нереально в восторге от того, что происходит последние несколько дней. Тупо импрув на каждом персонаже. Рош таймер? Надо запомнить. Ой, я не записал в этот раз. Ошибочка. Has use. Мы за статик даже, ну, типа, можем попробовать, конечно. Ну а так гоу, чё, у меня плюс 2 секунды длительности. 7 секунд. Вижу. А в тройку к ним арт поставить? Back, я back. Не с вами, парни, я не с вами, что вам. Так, так. Где же у них вижен стоит? Шторм not with you, boys. Can you back? Ах. Сейф Урса, somehow. My bad. Глимсовать надо было. Объясняйся. Ну я не видел Урсу. Когда глимс нажимал. Да, берем. Что я хочу? Хочу ли я Аганим или я хочу Форстав? Нужен ли мне Форстав в этой ситуации? Ну вообще там Ревач плюс... Да, не нужен. Типа двоякая ситуация. С одной стороны я могу купить просто Аганим и убивать Ревача. А с другой стороны я могу купить... Форс, и если кого-то раважнут, а я же сам буду в раваге стоять, верно? Да. Поехали в Аганим. Слушайте, нет. Хитро сделаем, купим вот так. Чтобы я мог гибко потом перевернуться туда или сюда. Шторм до сих пор без этого. Без ресурсов. Но скорее всего я Аганим буду собирать. Come to me. They're here. Берстайт. Глимс нео. Не дотягивай ща. Он с рэвэджем? Берстим, алло. Гайз, берстим. Тайт вайбак, get out. No, no, BKB, hey, kill him. Хорошо. Глимс кулдаун. Я помогу тебе, Сюрш. Давай на тайт, я бегу за тобой. Hey, that's... Look, look, look. I can't still keep you. Ой, хорошо, хорошо, всех подловили. Точно знаешь, что здесь вижен? Был? Окей. Ставлю тут свой. Очень хорошо. Файтимся. Отлично. Отлично. Блин, мне очень нравится Раптор. Да, без боя убить так же.
9 секунд. У меня длительность статик, кинетикфилда. 20 уровень. Ждем. Соло! Как же в соло? Найс! Or not nice yet. Ravage 4PA, nice. Ravage. Текает сюда. Подождите, похилюсь. Блин, класс! Я. No static. If you bloodthorn PA, you jump. А, еще и баш. Бабусю после бая убили. No BKBP. Да, так-то башка без БКБ, это факт. I'm gonna jump in PA. Storm, look. After next party. Чил. Bottom maybe? Or no? I have static already. PA right now. Go on PA. First PA. Умерла. Умер. Хорошо. Клевато вернул. Но его выфорсили оттуда. Chill, don't die. You have very low tower damage. Need to siege. Don't throw. Ты сюда. Хорошо. Care, they can burst your... I have no save this time. А, его здесь не было. Ну и хорошо. Выходим в Рошанчика. Что это такое было? По факту это он сейчас лучший игрок на планете Земля. Ну что это он такое сделал? Было забавно. Огнем про шторм. Опа. Денежки сюда. Нет. Let me take a name, please. With this shit and punch, I can initiate it. Storm, I mean. Kill him. Static. Отлично. Байнус. Я правда без портала, ну потихонечку добегу, наверное. Там его съели. Должен был торн добить. Да. A lot of bugs, careful. Get up server. Kill up server. Go fight, no PA blocking, but I'm here. Я после бая тысячу до этого. Ай-яй-яй. Ух, ё-моё. Сколько же он поймал? Да, похоронная. Well played, team. Very good job. Приятное было, блин. Очень классно. Прям жестко. Все, настало то время, когда я кайфую от своей игры на других персонажей, а не только на Тэчес. Типа вот в этой было прям вообще красиво. Мне понравилось. Что реклама вакцинации кольнулся и скелет сподрался? Ну получается. Получается так. Так, что у нас? Стрим 5.20, но мы еще одну успеваем скатать, верно? Давайте так и поступим в таком случае. То есть я, получается, на миньоре чемпиону из-за International проиграл.
А на Дизрапторе чемпиона из International выиграл. Причем на линии прямо именно хорошо было, мне очень понравилось. Я не дал ему разбанить большой, он так и не нашел там Vision. Маленький забанен был. Все по красоте. Четная катка. Вот так вот. Гоняем на Дизрапторе, правильно? Поехали дальше. Могу взять статик. Давайте, наверное, на Рапторе продолжим нарабатывать скиллуху. Здрасте. А, я против них играл в прошлой. Они мне Рапторы специально отбанили, серьезно? Do you want a visp? Парни уже специально Раптора отбанивают. Это жестко. Да-да, вот это Тайт из прошлой, это кто-то еще. Не помню, он вроде в моей команде был. Лайк видел от него. I'll pick now. Брать виспа в курсу — это очень странное решение. Тинтера там не будет, кстати. Я так полагаю. Дракса. Фантомочка. Получается. Ну окей. Мне не нравится виск в курсу. Единственное, что странно, что он так пикнул. Очевидно, вивер был бы лучше. Раз. Это мне не надо. Мы стоим против... А кто там тройка-то? Виверныч? Ну, либо бабка, либо виверна. Наверное, бабка вероятнее. Может, Никс, кстати. Любой из троих может быть. Поддержка. Поддержка. И поддержка, но прошлый был на Тайде, поэтому не уверен. Я не знаю, что купить. Против всех этих героев, в принципе, дефолт, наверное, просто закупим, да? Вот так. И вот так, поехали. Просто обкидаем их. А чё, не взяли в мид-вард? Ой, точнее, в топ-вард не взяли. Я поставлю в боте, за мной не заржавеет. Предсказываем. Долго, единственное, что закупался, не успел здесь прочекать. Ну, посмотрим, что получится. Это ластовые ребята, если что. Держу в курсе. Ну, лично, на мой взгляд, по драфту у нас здесь слив идет. Потому что против легионки хорошо заходит Виверна. Против Веспа хорошо заходит Виверна. Фантом хорошо заходит против Траксы. Ну вот как-то так. Да и шторм против Веспа тоже хорош. У нас таких закрывашек прям нету в этом плане. Мы гораздо скуднее. Чувствуем себя гораздо скуднее. Попрыгали? Нет, не попрыгали. Сколько видишь кинжалов? В прошлый раз властелин. Что это такое? Петь подряд, синий подряд, звони лучшего. Ну вообще, по ID-шке это новый аккаунт. Посмотрите, какой ID. То есть, ну, это ж пипец. То есть, чтобы вы понимали, вот я old. Моя ID-шка, сколько цифр? 3, 3, 10. У типа ID 3,
три, три. Подождите. У меня 8, у него 11, во. Да? Ой, все, короче, ладно. Много цифр. Много цифр. Мог забрать, интересно, или нет? Мне кажется, мог. Судя по тому, что никто меня не трогает. Вот варник поставим. Никс четверка и верно тройка. С фастер чидом. Надо царить на ренжа. Ай-яй. Сюда. Ловим его на обходе. Под крипами будем сражаться? Давайте, я готов. Если чё. А, не готов, походу, был. Хотя эффект закончился, но я умер. Ах! Чё-то я недооценил частоту сплинтербласта, хотя да, это штука, которая очень часто может использоваться. Тут действительно так и есть. Моя ошибка. Ларечку, правда, поздновато сбиваю. Сюда, крип. Опа, изи. По двоим тоже хорошо. На стан развели отлично, сейчас еще ренжа. Экспы никто из них не получил за этого ренжевика. В миде на шторме переиграл. Он банит каждый раз корпусом, если не ошибаюсь, на Никсе. Они, кстати, у Мивард сняли. Ага. Убил, получается, типа... Блин, против Виверна непривычно. Нельзя стоять рядом со своим керри. Интересно, любопытно. Очень редко играю... Ну, я же вообще, в принципе, не часто играю на... Не Тейчисе, правильно, пятерке. И тем более не часто я играю против, условно, этой самой... Виверны тройки. За Кларити и двор. Че, наверное, уже идет меня принимать? Не дал дохилиться до конца. А я люблю музыку на стриме. Чё с Траксой-то у меня? Хорошо играть. Ждём? Передай привет моему мужу Олегу. Он обожает играть на Тичисе. И смотреть твои стримы. А, Катя-Тян, спасибо тебе большое за ещё 150. Большое спасибо за ещё один трек. А, Олег, привет тебе. Большое спасибо, что смотришь. Интересуешься тем, что я делаю. Мне это очень приятно. Надеюсь, у тебя на миньоре будет получаться всё лучше и лучше. Вот. Спасибо за музычку. Приятно, что семьей смотрите. Это, конечно, очень романтично.
go first. Is that a squirrel? Come on! Не, я же не Ренджа поставил, Левренджа. Вы гоните, я реально сам типа это зафейлил. Вау. А что Страх стоит, она живая? Отойди, пожалуйста, от крипов. Спасибо. Красиво добил, кстати. Я сам забанил в какой-то момент. Жесть. Я без 100 крипс. Я плохо выпулил. Как раз под их дайв получается. Блин, еще и фраг не достался. Это было совершенно не обязательно. Ну ладно. Пойдет. Четвертый хочу. Я ставку успею выпулить, наверное, кусок как минимум. Ну, отлично, оранжевик. С обсервером пришел. Сделаем так. Let's push lane and after this I need. Шторма боюсь я, конечно. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Че такие грустные, вот вам год, но ты немного. I'm fine. Eternal Slayer, здравствуй! Рад видеть тебя! Спасибо, супер большое, спасибо за трек. А кто грустный? Ну-ка, все быстро признались. Кто грустит? Буду лично с каждым беседы проводить. Непорядочно, разумеется, такими вещами не заниматься. Но спасибо, что взял ответственность за ребят. И веселишь их теперь. Никс у меня до сих пор. Там все в топе вообще. Кто у них на кэрри, фантомка? Сделаем так. Воп, еще рил нет? Все, пошу, у тебя мана-то было, чел. Вот это я хочу. Привет. Спасибо большое за поддержку. Мы это тоже скупим, чтобы копилось. Доброй ночи. Тимур, давненько не залетал к тебе на стрим. Ё-моё, там в топе, конечно же. Вот все ставят тебе песни.
А выбери хоть раз, ты сам себе. Два Falcon Blade. Давай самую любимую. Это не Ярослав ли там хулиганит, интересно? Не, он бы, наверное, уже паузу ставил. Конго Кинг, здравствуй, спасибо тебе большое за 100 рублей. Доброй ночи. Слушай, понимаю. Но рад, что время все-таки находится. Развеяться, отдохнуть. Спасибо тебе большое, что залетел. Давай мне Рамштайн... Хоть убей, завод называется. Рамштайн. Ausländer. Во, вот ее, пожалуйста. Буду очень признателен. Через 14 секунд притараним что-нибудь все. В топе, конечно, какой-то фит происходит. Фейзы. Эх, Эндвард. Поехали! Проведем вылазку в тройку противников. Обварнем там все. Не тут и ворд. На копе уже мертв, либо уже жив. Бля, это где же вард? Так, схер. О, да ты меня балуешь. Какой-то есть вишен, что ли, или что? Спасибо за стим. Продолжай в том же духе. Натик, привет! Спасибо огромное за 50 баксов. Большое тебе спасибо за такой донейшн. Спасибо за такую сумму тебе огромное. Продолжу в том же духе, договорились. До этого сомневался, теперь уверен на 100%. Спасибо огромное. Так и будем. She's very big on Wyvern. Nice. Two. Dance. Hit tower. Грифчик нажали. Чё качу здесь? Look where PA is farming, guys. Look. We see here. Guys, kill PA, look. They're gonna TP, chill. We force TP, it's nice. Так, это сюда. Капли хочу. Что я хочу купить? Климбер. Догорит. Найс. А, квапу потеряли. Вот это не найс. Какие убили, это интересно. Нас видно было, получается, верно? Сейчас проверим. Вишня кончается. В башне все забанено. Все вообще в нулище. Что хочу купить?
Nice. They just devoured their engines, guys. PA no farm. I blocked everything. Хорош, травы. Спасибо, спасибо. We have Rela with the Legion. Very cool. Quop. Go smoke in their big jungle. Kill Storm after respawn. Or PA. PA is going there. She has no farm triangle. Be ready to relocate. О, ты меня балуешь. Продолжай. Ты очень хороший человек. Хотелось бы в жизни Look. Побольше таких людей знать хорошего стримчанского. Nice. Storm may be coming. Careful. What he's doing. Alright. Of course. Oh, that's nice. Very cool. I guess it's okay. Lost one hero, killed PA. Я тавер сломал, кто пишет. Хорош, Трович. Так, что возьмем? Это я хочу, нет? Take this neutral item, please, on Wisp. А что вижу на боте расставить? Беф появился на пашке. Денег много что-то. Что купить? Глиммер, наверное, у нас инвизеров нету, правильно? Да, глиммер хороший, я думаю, тут. Я Гуня, если не ошибаюсь. Спасибо тебе огромное за 1111 рублей. Большое спасибо за поддержку. Ты очень хороший человек, хотелось бы в жизни побольше таких людей знать. Хорошего стримчанского. Огромное тебе спасибо. Тебе приятного вечера. Ну, завершающегося уже, правда, со мной именно, да, но в целом, чтобы закончилось все хорошо. Спасибо. Пусть люди, которых ты хочешь встретить, встречаются тебе в жизни почаще. Большое спасибо за 1111. Так, есть смог. Есть полностью раздеварженная метройка на 15 минут где-то, правильно? Один вард столько стоит, 7 минут. Получается где-то на 22-й тайминг. Мне надо выйти туда и расставить там сентри снова, если я не хочу их ломать, то есть палиться. Было бы неплохо, да? Остынь, грох. А что если сделать ход конем и поставить там сентрю, не ломая вражескую сентрю? Интересно. Любопытно. Мне что-то денег дофига. Не хочу показаться этим самым. Но денег что-то вообще дофига. Поехали так. Надо здесь вижен расставить. Паузу подержать. Давайте. Сидим, ожидаем в таком случае. Включение, ребяток. Остынь, кроха. У нас у Леди все плохо было на линии. А так в целом живем. Да, и верно, конечно, будет такая нехилая переменная. Счастливо мне могут быть под вами в миде встать. Guys, post game. Я тебе дам ман. Ща я раздеваржу тройку. Ну, точнее, тройку большой. Ноптик красота. Глиммер красота. Потом форсик можно и этерил. Правда, если своих буду жать, не поможет. Но в противников приколдесно должно быть. Вообще этерил классно. Потому что это сейф из Виверны. Ну,
Your bottom tower is under attack. Парни кнопки бежали, да? Рошана мы не запинаем быстренько? Нет, наверное. А чем можем? Погнали, они все в бой. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. А что это было вообще? Го, Рошан, поехали. Я его убью. Кому везем? Ай-яй-яй. Это Рунал Слидер, спасибо за еще 150 большое. Спасибо тебе за еще один трек. Нет. Он даже не тэпается на них все. Аркан руна. А я люблю музыку на стриме. Тогда приятного прослушивания. Хотя мне из Рамштайна нравится Муттер. Но это тоже классное. Виверна прямо здесь подо мной. Ящик найдем. Тобой, тобой, тобой. Курса уже откатилась, я думаю. Молодцы. Можем файт, можем, можем. Ну курсы нету. Надо дуэлить. Ой, хорош. Нормально, молодцы, ребят. Если вот так вот идете вперед, они все дохнуть будут. Так. Возьми на копию вот это. Он даже без... Без блинка это сделал, жесть. Парни, фантомка вообще нулевая. Найс. И сям где-то вижен. Нет. Сдаюсь. Он просто, видимо, стоит внизу на Никсе и караулит эту тему все. Варим он, наверное. Ты один давай сразу. Просто. Ой-ой-ой. Без ТП, походу, кстати, на шторме, там шторм. Без ТП, скорее всего, да. А, мы дали вроде. Ворд здесь, ва. Давай, нет? Не, дальше не пойдем уже. Сейчас чекну. Погнали в топе играть! Я им забанил здесь. Нам не надо в топе играть, но Аршана нету. Ну, не уверен. Просто вот это можем. Мощь распределена, ребята. Надо быстрее подтягиваться. Трек побежал. Под ним не стоял, видите, если б стоял. То курсу бы поймали. Я специально вышел. По
Я реально чувствую игру уже. Я хз, ребята. Я прям начал чувствовать все просто, что происходит в играх. Все. Конкинг, спасибо тебе огромное, 150, спасибо за любимый трек. Ну, о вкусах как бы не спорят. Мотор тоже классно. Но мне вот именно это зашла почему-то. Может потому, что меня из-за нее на Твича забанили один разик. Я не знаю, парни, понимаете, вот я иду с Атраксой, такой, нет. Сейчас, верно, да, с курсу. Я сюда не пойду. Я туда не иду. И мы дочим курсу. Жесть. Просто жесть. Верно? Ну, курсу дали бы в меня, очевидно, я бы умер. То есть, Атраксой бы мы не рисковали, конечно, но все равно неприятно же. Алле. Интернационально. Курсу они не тратили, не надо форсить туда ничего. Ребята, выйдем. Да, да, просто тавр миди. Кишлет. А Эгиса тоже, кстати, нет. Я выхилю. У меня пока БМ Анта. Верно здесь. Забить курсу. Просто захильте меня. Bin Ausländer, Ausländer, mia mormonchery. Сюда лут, nice, good job, guys. Ich bin Ausländer, Ausländer, mia mur, я люблю тебя. Всех захилить, Ausländer. Блин, какая бодренькая ластовая вышла, вообще огонь. Глиммер есть, деньги есть, все есть по красоте. Бафаем ток Траксу в приоритете. Бот сразу, они все нажали. Ботом. No spells. Веденос. Прямо смотри, стоим. А чё там, ребята АФК? Не... Шторм встанет. Хорошо. Go Tron, very good. Что, давай врывайся. Ребята, треков больше не надо, все. Спасибо. Это была ластовая. Ausländer. Мон Амор, Мон Шерри. Так, сейчас я там сделаю. Чтоб с треками никто не самый не ошибся случайно. Я люблю тебя. У меня на паве винстрик 10. Хорош травы. Спасибо, спасибо, парни. Молодцы. Давайте играем все. О. Размотали. Просто размотали, ребята, по красоте. Коммит мир и термахен гуд. Достойный претендент. Think about it. Молодцы, ребятки, ребятулечки. Так держать. Выстояли мы линию лучше, чем противники нашу. В топе мы проиграли линию сильно. В миде, кстати, тоже сильно проиграли. Пошел ФБ. Единственная линия, которую мы не слили, это была моя линия. Моя с Траксой. Слушайте, ну кайфово, чё? В итоге, несмотря на то, что у нас были руинеры в двух играх сегодня, в двух лузах там именно руинеры откровенные, которые шмотки били, мы вышли в минус 30 всего лишь, а не в минус 60. Приятная катка была, я считаю. Рука реально набивается. Короче, я прям чувствую. Вот скиллуха растет. Красота. Кайфово, очень приятно. Вот. Спасибо вам, ребята, что были со мной. Что со мной это все дело смотрели. Завтра с вами увидимся обязательно. Вот. Не скучайте, не грустите, не болейте, будьте здоровы. Всем пока.